Алексей Кухновец прислал нам анимацию, очень простая, но наглядная, где он показывает распределение материи по версии Ньютона и другим версиям, для того, чтобы можно было сравнить, что происходит. Предлагаю оценить его работу, посмотреть, что видно. Под видео мы разместим ссылки на материал, где вы можете сами ввести данные, подкорректировать и убедиться, как это работает. Пожалуйста. Небольшая демонстрация сайта приложения по симуляции, по 2D симуляции гравитации. Имеем объекты. У каждого своя масса. То есть здесь размер отображает его массу. Вот. Увеличим скорости на максимум, чтобы это было видно в короткий промежуток времени. Нажимаю воспроизвести. То есть сейчас он стартует симуляцию. Я не буду объяснять, что здесь происходит. Мы можем увеличить силу внешнего поля. Можем его уменьшить. Можем увеличить массу какого-нибудь объекта. Вот, например, возьмем центрального, увеличим в 2 раза. Вот, можем нажать кнопочку Ньютон. Хорошо, нажму. Не нужно, наверное, объяснять, что произошло. Здесь есть функция импорта и экспорта, которым мы сможем делиться, скажем так, объектами. Или я, допустим, могу новые объекты поставлять или сообщество. Вот. А подробнее здесь о проекте. Что как, то есть, что представляет из себя импорт, как его делать. Вот. Располагается все на гитхабе, код всего и движка, и самого вот этого эмулятора. Все здесь есть. Все инструкции. Пользуйтесь. Ребята, у кого есть возможность сделать анимации, вот такие полезные для осмысления, пожалуйста, делайте. Мы будем их размещать на канале. Это результат нашего совместного творчества. Весь этот информационный поток. Спасибо, что подключаетесь к его формированию. Это помогает нашим ребятам сравнивать версии, осмыслять, создавать свои выводы, понимания и так далее. Спасибо, что присоединяетесь. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал».